Забавно. Космический корабль, а обычный полет ему вредит. Пусть отдохнет. Все нормально? Уже не важно. Опоздали? Да. Можно назначить другую дату? Ну, конечно. У тебя впереди медовый месяц? Теперь это обыкновенные каникулы. Да. Да. Прости. Но это не твоя вина. Изменила мнение? Жаль, что у тебя нет машины времени. Мы могли бы вернуться и все изменить. Да. Но если бы и была, нельзя вторгаться в чью-то личную линию времени. Поверь. Какой ты худой, как ты влезаешь в это? Еще тебе нужно это. Хочешь меня доконать? Они могут тебя засечь. Это биоизолятор. Он должен скрыть тебя. Прими это кольцо как знак биоизоляции. И хранить его, пока смерть не разлучит нас. Эти роботы Санта, откуда они взялись? Обыкновенные мусорщики. Наряд Санты — маскировка, чтобы смешаться с толпой. Я встречал их в прошлое Рождество. А что тогда случилось? Был большой космический корабль над Лондоном. Не заметила? Ну, я была не совсем трезвая. Я проводил Рождество недалеко, на Павелстед, с семьей моей подруги. У нее была одна такая... Немного... Впрочем, как бы то ни было, сейчас ее со мной нет. Твоя подруга. Какая она? Вопрос в другом. Чего хотят от тебя роботы? И как ты оказался в ТАРДИСе? Меня это беспокоит. Чем ты занимаешься? Я секретарша. Странно. Никакой энергии, никаких отметин. Почему ты так важна? Вопрос в другом. Прежде чем исчезнуть, она не дала тебе по морде. Прекрати меня просвечивать. У кого ты работаешь? У мистера Клеменса. Мама познакомилась с Лансом. Я подменяла там кое-кого. Там все были такие занятые. А до этого я работала на радио и думала, что никогда не смогу привыкнуть. Тогда он сделал мне кофе. Никто так не делает. Кто варит кофе секретарше? Ланс, начальник отдела кадров, и не очень-то общался с сотрудниками. Он милый, забавный. И еще был внимательный. Так что началось с одного кофе. Вот так. Когда это было? Полгода назад. Не рановато для свадьбы? Может быть. Но он настаивал. Ты женишься на мне? Умолял и просил. Не давал мне покоя. Мы будем такой хорошей парой. Я согласна завести пса, чтобы он мог спать в нашей спальне. Он меня утомил, и я сдалась. Пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, пожалуйста, пожалуйста. Чем занимается мистер Клеменс? Охранные системы, код доступа, магнитные карты и тому подобное. Обыкновенная секретарская работа, только с красивым названием. Хватит уже этой биографии. Время собраться и разрешить эту ситуацию. Это будет унизительно. Ты должен объяснить все, господин марсианин. Да. Но знаешь ли, я не с Марса. Это большой прием. Все распланировано. Это разобьет им сердце.